среду, 3 июля, ЦИК отменил регистрацию экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального видеоблогера Анатолия Шария. Это решение было принято единогласно. Члены ЦИК постановили убрать из бюллетеней фамилии снятых с выборов кандидатов. Теперь это решение должны довести до сведения типографий, которые уже приступили к их изготовлению. Клюева выдвигала либеральная партия. Ее представитель выступил на заседании и заявил, что есть ряд определений суда, которыми опровергаются доказательства отсутствия Клюева в стране. Однако этот довод не был принят во внимание. ЦИК сослалась на соответствующие данные МВД и СБУ, утверждавших, что Клюев и Шарий более 5 лет в Украине не живут. Напомним, 2 июля на Майдане Независимости в Киеве прошла акция протеста против решения Верховного суда и ЦИК о регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты. Активисты потребовали, чтобы в течение 2 дней было выяснено, кто виноват в том, что были приняты скандальные решения, и отменить их.